Всем привет! С вами рецепты здоровья и красоты. И сегодня я расскажу, как сделать лечебную мазь на основе зеленого грецкого ореха. Это средство от таких болезней, как гипертриоз, мастопатия, грибковые заболевания кожи, ногтей, ревматизма. Она применяется при фиброзно-кистозных заболеваниях и уплотнениях молочной железы, при аденоме и злокачественных опухолях. Эта мазь очень эффективна при дерматите, псориазе, экземе, сыпях любого происхождения. Ингредиенты: 6-7 штук зеленых грецких орехов, 1 стакан облепихового масла, 1 спичный коробок пчелиного воска. Орехи перемолоть в мясорубке, переложить в стеклянную баночку и залить растительным маслом. Настаивать орехи при комнатной температуре 10 дней, встряхивая 1-2 раза в день. Затем варить настойку на водяной бане в течение 3 часов. Потом процедить и поставить на слабый огонь на 30 минут, добавив воск. Готовую мазь перелить в керамическую или стеклянную баночку. Хранить мазь нужно в холодильнике. Способ применения: 2-3 раза в день наносить тонким слоем на больное место. Дать питаться, но не втирать, не смывать, не массировать, не греть. Будьте здоровы, всего вам хорошего, до свидания.